Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в Evil Genius 2, и к нам пришли солдаты мира, которых нам нужно по сюжету поймать и допросить. Так что сейчас этим будем заниматься. Значит, по ходу прохождения кампании у нас возникают, видимо, дополнительные миссии как раз на различных прислужников. Сейчас у нас карате, залог здоровья, мы получим прислужника рукопашный боец. Так что давайте начнем. Да-да-да, все одно и то же, не говори-ка. Нам нужно похитить мастера единоборств. Хорошо. Так, серебряный пистолет. Все, сейчас мы их быстро поймаем. Наемники справятся. Пока что, видите, наемники у нас, ну, когда в рукопашную, когда с пистолетом. По-разному бывает. Так, что касается глобальной карты, у нас тут... Надо его найти. Этого самого мастера-то... Вот он, мастер. За 30 секунд, да? Так, то у нас 20 тысяч, в принципе, давайте можно... подождать маленько. Так, ну и чё, ребята, справляйтесь вы. Чё, обычные агенты? Давайте живо. Маленечко усилим наших ребят. Так, хорошо. Захват идет. Их можно, в принципе, и убить. Они нам не нужны. Все отлично. Прекрасно. Значит, у нас вот коридор был побочный, у меня ловушки куда-то пропали. Я полагаю, что это у нас диверсанты постарались с этими ловушками. У нас тут было много вот этих вот морозных. Так, ну и в принципе, наверное, я вот эту дверь уберу пока что. Поставлю лазерную. У нас уже достаточно много денег, так что почему бы и нет. Так, переместить вот сюда. Тут пока поставлю магнит. И поставлю лазер. Будет нормально. Так, ну, в принципе, хорошо, да? Дверь открывается, их затягивает и лазером фигачит. Неплохо, я считаю. Можно такой еще дротиков добавить. Подтвердить. Так, хорошо, куча трупов у нас, как обычно. Так, пошли за наемником, за мастером единоборств. Итак, значит, поскольку у нас будут новые наемники, то я думаю, что нам придется дальше расширять наше логово. Вот в эту сторону. И строить больше казарм, строить больше мест для тренировок, поскольку будут появляться новые тренажеры. Поэтому я сейчас этим и займусь. И вот наш новый учебный класс. Со всеми удобствами неподалеку. Так, тут я маленько косякнул. Подтвердить. Вроде все ровно. Да, конечно, далековато от нашего основного жилья, но что поделать. Возможно, я поставлю тут еще один вход, то есть этот тоннель продолжу до сюда вот, нашу базу за кольцо, и поставлю еще один пост охраны, потому что у нас охранников будет все больше и больше, и будем мы по двум фронтам защищаться. Конечно, можно это все построить на третьем этаже, но проблема в том, что по лесенке они прям очень медленно поднимаются, а мне нужно постоянно иметь каких-то людей неподалеку вот тут, неподалеку от генераторов, чтобы, если что, кто-то пошел его тушить. Поэтому тут я поставлю еще дверь, вдобавок ко всему. Пусть будет. Так, дверь у нас будет от диверсантов, укрепленная. И, конечно, не забываем про огнетушители. Да, и больше стульев переобучения надо поставить повсеместно, потому что это очень такой популярный инструмент, как оказалось, среди наших
прислужников. If you find them. Так, солдат мира мы потихонечку будем допрашивать. Конечно же. Там будут все новые и новые приходить. Да, к слову, мы уже поймали, по-моему, этого рукопашного бойца. Так, ты кто у нас? Да, рукопашный боец. Что-то я про тебя забыл. И, значит, допрашиваем рукопашного бойца, чтобы получить новых прислужников. Все, допросили. И у нас появляется тренажер бойцов. Отлично. Сейчас мы их поставим. Так, значит, во-первых, вот в этом зале мы поставим побольше тренажеров для охранников, чтобы увеличить их поток. Ну, конечно, все бы переставить, в общем. По-хорошему-то. Ну ладно, пусть пока так останется. Там посмотрим. Значит, дальше в новом зале, тоже мы ставим тренажеры. Поток охранников пошел. Значит, парочку тренажеров для наемников. И вот он, тренажер бойцов. Тут маленько не помещается, да? Ну, в принципе, можно убрать вообще стенку. Нафига она нужна? В принципе, неплохо. Хорошо, все, готово. Тренажер для бойцов. Сейчас посмотрим. Вот у нас рукопашные бойцы. Силовик, который умеет брать врагов в плен в ближнем бою. Так, ну, в принципе, 6 штучек было бы неплохо. Наемников 16 у нас по плану, но пока не хватает, да? Пока не хватает, надо побольше рабочих. Но не слишком много. Почти что обучился наш новый рукопашный боец. Давайте ускорим. И получим квест. Все, готово. You've run out of power. Build more generators. Так, забираем награду, получается 40 тысяч. И рукопашный боец. Хорошо. I am the weapon. What ammunition do you take? How do I reload? Protein bars. Mostly. Так, хорошо. Новое оружие. И, значит, видимо, мне нужно выполнить вот этот квест, чтобы появился еще какой-то прислужник. Мы очень ждем появления новых видов ученых. Но пока что, видите, на новых прислужников у нас нет никаких побочек, так что я пока побочки трогать не буду. Разделяй и властвуй. Старейшая стратегема в мире. Мир теперь грызется внутри себя, а вы можете дальше действовать по плану. Замечательно. One by one, the nations of peace turn on each other like starving rats. They retreat, and I grow. Very strong, General. But peace is not gone. They still have supporters who oppose you. Yeah, you violate some human rights, and suddenly it's acceptable. Shall we press the attack, sir? Finish what you have started. Yet. I will show them my throat. And when they go for it, I will remind them that they... A criminal network has too much heat and has locked down. Замечательно, мы никак не можем тут с трупами разобраться. Я даже поставил в казино парочку крематориев, чтобы побыстрее всех выносили. Значит, солдаты к нам идут, да? Убить дознавателей мира на мировой арене, убить солдат мира... Понятно. Южная республика и все такое. Что у нас там с дополнительными квестами? Давайте посмотрим. Ну, побочная история. Так, новые прислужники не появились. Никакие. Все по-старому. Так, вот у нас агента. На мировой арене надо их как-то убить.
Итак, после долгого перерыва мы возвращаемся в игру, чтобы дозаписать до конца этот эпизод. Меня жутко бомбило просто от ситуации, что нельзя разблокировать новые технологии, потому что мы не прошли основную кампанию до какого-то момента, я не понимаю, до какого момента ее нужно проходить. Мне пишут в комментах, типа, выполняй побочки. Ну, я выполнял побочки несколько раз, это затягивается на несколько часов, то есть сколько можно их выполнять? Я так понимаю, что нужно дождаться, когда у нас появятся новые побочки именно на прислужников новых, да, как-то было, например, с наемниками, как-то было с этими, с бойцами ближнего боя, но сейчас на прислужников никаких побочек нет. Так что я понятия не имею, какую побочку брать. И стоит ли это вообще делать? Давайте возьмем киберпанк, это у нас, видимо, продолжение. То есть самые побочки с женщиной-робототехником. Don't you trust us? I don't trust anyone. Why? You decided to turn the surveillance cameras on us, instead of watching out for spies and intruders. Oh, that wasn't me. So there's someone I should be trusting even less than you. Oh, we'll get to work on disabling the suspect cameras, boss. The only person that can deny us. Какие-то подозрительные камеры. Провести исследование камеры. И вот сейчас у меня ученые работают на исследованиях, только если мы какую-то побочку берем. И больше никак. Давайте посмотрим, что за побочка, точнее, что за исследование. Так, мировое господство. Вот у нас, да? 5500. Короче говоря, какая ситуация? Ситуация такая, что у нас сейчас с деньгами вообще проблем никаких нет. Деньги очень легко добываются на глобальной карте, потому что вся глобальная карта открыта. И я просто заколебался, честно, на эту глобальную карту тыкать. То есть ты постоянно просто тыкаешь вот эти все события, понижаешь внимание, снова понижаешь внимание, где-то там грабишь кого-то, снова понижаешь внимание, это какая-то нездоровая хрень. Если в первой части было так же, то я искренне сочувствую тем, кто играл в первую часть. Так быть и не должно, то есть меня тупо искусственно тормозят. Вот, ну сейчас задание, короче говоря, убить дознавателей мира, убить солдат, их надо как-то заманить, видимо, в наше логово, чтобы уничтожить еще и начала игра подлагивать почему-то. Так, хорошо. Совать нос в личную жизнь других – прекрасное занятие, пока оно не снижает продуктивность и не сливает данные врагу. Проанализируйте работу своих камер, узнайте, что происходит. Ну, давайте проанализируем. Так, 5500, хорошо. Надеюсь, что это будет быстро. Да, кстати, по поводу вот этой каморки для наших прислужников, точнее лакеев, это была на самом деле не очень хорошая идея. То есть солдаты, когда к нам приходят, они неизбежно приходят всегда, они сразу идут сюда и начинают пальбу. То есть в казино начинается паника, все бегут. Поэтому мы приходим, опять же, к двум вариантам. Либо мы имеем постоянную панику в казино, либо мы имеем ситуацию, когда у нас тут нет никаких служебных зданий для отдыха. И у нас лакеи постоянно ходят по коридору и постоянно подвергаются действию ловушек. Вот, в общем, одно из двух. Это такая свинья, которую нам разработчики подложили. Ничего не поделать. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас там. Катер отъезжает, я только что отбил атаку солдат. Сейчас я их буду пытать. Точнее, привлекать на свою сторону. Потихонечку. Вот, агенты у нас что-то не заманиваются, я понятия не имею, как их заманивать, либо, опять же, палить по этому региону, где у нас стоят агенты оружием хаос. Можем попробовать. Правда, мы получаем пожары в нашей, на нашей базе, все бы ничего, но пожары у меня сжигают постоянно кондиционеры, которые у меня там стоят для удобства. Эти вот мелкие постройки. Мелкие аппараты, но большие аппараты в большинстве своем у нас тушатся. Успешно тушится. Новая штаб-квартира постоянно тут возникает кое-где. Так, у нас тут все исследуется, да, очень быстро. И что? Включить электричество в логове, серьезно? 0,120, типа на 2 минуты. Интересное задание. Так, давайте всех тогда переманим и отключим. Короче говоря, вот эти вот кондиционеры и другие постройки для комфорта у нас теряются во время пожаров. Ну а так, агенты, судя по всему, не привлекаются, да? Если я пытаюсь какую-то махинацию провернуть в области, где у нас эти самые агенты присутствуют.
Так, давайте последний солдат. И будем отрубать электричество. Снова пришли агенты, но агентов я не трогаю, они у нас беспрепятственно проходят и исследуют наше логово, попадают в ловушки, у них тут парк аттракционов. И да, я начал уже строить третий этаж, правда пока ничего не поставил, но, по крайней мере, уже поставил лесенку, вот тут вот. Хотел я поставить рядышком вот тут, но не получилось, потому что на третьем этаже у нас тут твердый камень, его пока копать мы не умеем, так что... Значит, у нас последний уже, наверное, допрошен, да? Точнее... Переманен. Так, а как же мне отключать электричество-то, интересно? Наверное, путем отключения генераторов. Другого пути я не вижу. 143, у меня дохрена что-то электричество. Так, интересно, интересно. Доступно. Массово отключить не получится, да? Придется так. Все, отрубил. Секунды пошли. Хорошо. Очень странный квест. После этой побочки бомбанем по глобальной карте. Хаосом-то, да? Так, у нас роботы идут, да? Ясно, короче. В чем был прикол-то всего этого? Ну, они второго уровня, так что... В принципе, не страшно. Так, у нас все двери открылись, да? Хорошо. Жаль, конечно, нет рубильника отрубить все, да? Было бы куда удобнее, чем отключать генераторы. Но эти роботы, я полагаю, будут сейчас ходить совсем не туда, куда им надо. Или что? Нет, они сразу пошли в драку. Дело чем? Наверное, увидели тоже роботы, как солдаты работают, то есть увидели вот тут вот как бы часть нашего логова. То есть это все воспринимается как логово. Но сейчас уж придется их как бы это, того. Будем их захватывать. А, слушайте, их нельзя захватывать, их надо убивать, потому что... Они мне там всю тюрьму разнесут к чертям. Они же взрываются. Так что придется убивать. Тут они, видите, мирно ходят, довольно-таки мирно, если они видят каких-то прислужников, наверное, на логове, тут вот в коридоре не увидели. Вот, наверное, они взбесились из-за этого. Ладно, пусть пока ходят, все, победить боевых роботов. То есть можно врубать, да? Спасибо. Так, у нас тут опять пожары, которые мы успешно тушим, вроде как. Так, я тут... Огнетушитель куда убрал? Часть ваших людей не люди, это роботы. Забавно. They still met with a swift death, so I'll count that as a win and work incentive. The fires are almost under control. Так, хорошо, мы все потушили. Вот у нас огнетушители, но это мало. Довольно-таки мало их для целого этажа. Something is wrong with either the minions or the tree. Так, у меня что-то не по плану пошло, да? Что-то пошло не по плану. Here I come. Yeah, on my way. Yes. You got it. Робот-охранник, серьезно? Фига себе там. Они упоролись. Убить или захватить персонажа робототехник. Так, мне надо захватить, я думаю, вот она. Ее мы, значит, захватываем, остальных можно, в принципе, и убивать. Нам они не нужны. Опять у меня сейчас казино заполнится трупами. Но это ничего, это мы переживем. Are they even trying? I'm
Affirmative. Your minions are in combat. Fine. A minion has caught... On my way! A minion has caught fire. Вроде я привлек внимание солдат мира, наконец-таки, выполняя махинацию в регионе. Пусть они приходят тогда, хотя я еще не захватил эту женщину, но это вопрос времени. Тут уже не хватает данных. Снова понижаем внимание, как можем. Так, куда делась эта женщина-то? Вроде битва утихла, куча трупов, а женщины нет. Неужели она умерла? Ну, вроде квест еще не выполнился. Странно. А вот ее, видимо, прибили, да, в камеру. Еще одно препятствие на вашем пути устранено, и вы даже обогатились в процессе. Замечательно. Захватить Наоми Сараяму плюс один. How could a fallible, petty human beat my purest technology? How? Why didn't you just... Because I am not an idiot. I wasn't sure about this robot stuff. At least you understand that much. I didn't think you even had that in you. I also understand your vision, as capable as it was, had limitations. Does a robot kiss transmit 100 bars? Of course I'd be interested. I'll get started. Task complete. Так, замечательно. То есть мы ее все-таки привлекли на свою сторону, но я ее не вижу. New side story available. Она говорит, пойдем в лабораторию. Так, ладно, хорошо. Надеюсь, она тут все починит. Все трупы унесут, всех агентов желательно бы захватить. I'm mobilizing. Так, что-то у нас не особо агенты привлекаются. Нет, собираю сведения, скоро будет атаковать. Хорошо. Заманили мы группу солдат первую. Осталось еще 4 штуки. 4 группы. Так, продолжение у нас тут. Снятся ли роботам электросны? Вы включили в свою организацию безумную женщину-робототехника Наоми Сараяму, плохая новость. В бою от нее никакого проку, пока непонятная новость. У нее безумный план. Вот так вот, да? Приспешники один за этот квест. Давайте попробуем. I have observed your acquisitions and must conclude you are continuing your earlier project. Of course, Iris. You have the digital perfection to see the truth of my goals. You are... I see some interesting applications, but you need to get out of your own way to succeed. Yes, some of my old infrastructure is required and actively interfering with my new progress. Can you... I believe promises of increased destructive power can sway command to allocate resources towards this. Так, уничтожить фабрики. Вот у нас. Она все-таки появилась, да? Замечательно, замечательно. Но у меня тут пострадала маленько. Во время битвы там. Так, короче говоря, захватил я охранников, но мне их надо убивать. Так, один из трех, да? Давайте-ка я тогда убью побольше. От этого я убью, например. Тед пока постоит. Этого мы тоже убьем. Все по плану, все путем. Осталось только дознавателей. Как-то захватить. Вот, и в целом у нас сейчас опять все хорошо. Ничего не происходит. Так, вот у нас агенты. Сейчас давайте попытаемся их заманить. Какой-нибудь махинацией. 30 тысяч, да?
Вот они, видите, всполошились, пристально наблюдают. Пусть приходят, я готов. Все, скоро будет атаковать. Прекрасно, прекрасно. Нет, пока их не надо отвлекать. Замечательно, мы убили достаточно дознавателей мира. Остальных можно захватывать. Все равно они зашли туда, куда не надо. Так что будет норм. Все-таки, наверное, я этот коридор сделаю побольше, то есть я займу часть площади казино и продолжу вот этот коридор вот сюда, потому что непонятно, когда у нас будет раскопка вот этого твердого камня. Пусть пока этих ребят захватывают. Ну, у нас осталось применить оружие Хаос в нужных местах и уничтожить фабрики. Уничтожить фабрики. Давайте посмотрим. Уничтожить завод. Так, первый завод у нас пошел. У нас тоже уничтожить завод. Тоже можно это дело осуществить. Так, и вот он, третий завод. Тут придется отменить вот это здание очень дорогое. На очень большое количество денег. Но я думаю, что мы отменим. В принципе, проблем особых нет с этим. Найдем новое какое-то. И все будет ок. Так, что касается площади казино, давайте я сразу тогда продолжу коридор. У нас будет коридор. В принципе, тут особо длинным я его делать не хочу. Пусть будет хотя бы так. Ну все, тогда завалим. Так, пусть будет так. Все начальное пространство у нас будет в КПП. Причем в обычных КПП, чтобы по тревоге у нас вся охрана бежала и проверяла весь коридор. Поэтому ловушек тут у нас не будет, скорее всего. Хотя, можно какие-то напольные поставить. Так, наверное, знаете, как сделаю? Тут поставлю коридор. В коридоре будет дверь. За дверью будет магнит. Получается, магнитом мы их притянем, и лазерная стена отработает. Подтвердить. Чтобы сразу всех шарахнуло. И у нас, наверное, осталось уже последнее исследование, работа, робототехника. Оно появилось после того, как мы уничтожили все лаборатории на карте. И сейчас надо опять задание найти. Так, надо опять дорогое задание найти, да? Но сначала почистить внимание. Отлично. Almost. My cutting-edge control system, one of a kind, needs to be installed. But we don't even have the system. Что-то Иван стал очень тихо говорить. That's the непонятно. Most convenient part. It's installed in the machine coming to kill you now. I don't think your definition of convenience is above the rest of us. Вы получили планы, но что это все значит? Не надо делать вид, будто вы все поняли. Проанализируйте их и дайте Номи взяться за работу. Снова анализировать. Замечательно. Захватить супер-робота в логове. Че, супер-робот? Черт побери. Вот. У нас просто пока Номи ходит. А где супер-робот? Вот он, супер-робот. Все ясно. Ты их можно убить? Будет. Супер-робота берем в плен. Так, куда делся супер-робот? Скажите мне, пожалуйста. Вот он, да?
Этого, значит, мы захватываем, получается, да? И объявляем тревогу. Сейчас охранники все сюда прибегут. На КПП. Я, мы уже его захватили, в принципе, нормально. Все, уже сдавайся. Не хочет сдаваться. Все умения понизили. Замечательно. Остались вот эти роботы только. Тут надо бы камеру повесить, как раз внутри вот этой, внутри этого помещения, да? Вот так вот. Пусть работает. An interrogation has succeeded. We have more intel. Че, роботы сваливают? Лол. Они потеряли своего босса и сваливают. Нет? А, нет, и волокея пошли убивать. Ясно. Ну, а сами, в принципе, вернуться. We have captured an intruder. Так, сейчас надо его допросить. Только решимость упадет, и допросим. Да, конечно, прикольно они тут встали. Ими еще и труп организовали. У причала. Вот радость с тобой, агентом. Как только они прибудут. Нормальная цепная реакция. Ну и замечательно. Так, труп-то надо убрать. Кормит птиц. Книжный червь кормит птиц. Так, хорошо, камеру вроде поставили в этой области. Давайте-ка повесим ярлык, чтобы всех отвлекать. Вот так вот сделать, да? Все. Супербот уже готов к допросу. Давайте. Посмотрим, как это будет. Прекрасно. Дальше надо сконструировать тело для Ирис на мировой арене. Вот я говорю, тут каждая побочка 100-500 квестов надо сделать. Так, где это делается-то? Тело Ирис. Так, вот тут, да? Блин, опять у меня тут дорогое задание. Ну, в принципе, сейчас мы дорогие задания там будем отменять постоянно. Так, 40 тысяч стоит, да? Подтвердить. Пусть выполняется задание тогда. Отлично, соперник стал инструментом для ваших планов. Все довольны, особенно вы. Неужели я наконец-то получу ее в приспешнике? Iris turned out more beautifully than I could possibly have imagined. And I learned a valuable lesson. That humans have Earth and a future with nothing but machines in it? No. I've learned that next time I'll let someone else do the world domination stuff. And leave robots to me. What makes you think there will be a next time? Iris is just the demo, my friend. If you really want to shake the world. Task complete. Да, прекрасно. Финальная версия, то есть какое-то будет еще продолжение. В теории-то, да? Ну что ж, мы получили, получается, Ирис под наш контроль. Я думал, что это будет Наоми, а это будет Ирис. Интересно. Так, и где она? Она еще не пришла, что ли, к нам? Ладно, будем ждать. Остается бахнуть. Так, в регионе Удар, Южная Республика. Где у нас там наш злодей-то главный? Давай сюда бегим. They will see red. Так, прекрасно, уровень 1, да? Южная Республика. Там еще и этот диверсант у нас находится.
Ну давайте бахнем. Начать. Все, понеслась. Так, ну и, конечно, у нас пожары будут, да, сейчас? Везде, как обычно. Вроде бы, наконец, справились. Хорошо. Так, ну, не буду я сейчас мелкие тогда здания ставить, просто сразу... О, появилась она, Ирис. Женщина-робот. Неплохо. Да, что там у нее? Некоторое время получает меньше урон и быстро лечит уже полученное. Угу. Сеть наблюдения. Работает как камера. При активации Ирис короткое время работает как камера наблюдения. Так, можно вызвать на место охрану. Ясно, ясно. Слушайте. Все понятно. Полезная будет штука при боях. Так, давай тогда дальше бахай. А, недостаточно горючего, то есть надо горючего все-таки добывать, да? Все ясно. Долгое время у меня горючее было полное, сейчас уже кончилось. О, наконец-то я нашел топливо. Так, погнали. На мировой арене у нас еще появилась какая-то развалита. На нее уже появился квест. Валита Амаичи родилась в Лагосе, городе огромного разрыва между бедными и богатыми. Меч радостно отводил глаза, получая обильные взятки, так что Валита решила поступить туда на службу, чтобы изменить организацию изнутри. Если она встречала что-то, что не могла изменить, она разрушала препятствия. Да уж. Так, давайте еще поищем топливо. Вот у нас топливо тут. И топливо тут. Как светские львы отвлекают агентов. Если вы еще не видели, то посмотрите. То есть агенты у нас заходят в эту область, получают метку на себя и их отвлекают. Но остальные идут развлекаться. Все работает. Все работает как часы, только сейчас меня техника захватит и маленечко подранит. Хорошо, топливо нам доставили. Давайте еще раз бахнем. Так, дальше, значит, Горн, центральная провинция. Как раз вот тут, да? Так, интересно. Хаос вскрыл на субконтиненте ранее неизвестную золотую жилу. Прикажите прислушникам разобрать ее, прежде чем Горн опомнится. Давайте разберем по-быстрому. 30 секунд. И какая-то польза от этого хаоса, хотя, конечно, у меня золото полно. Придется опять заполнять подвал полностью. Что у меня тут, пожар, не пожар? Пожар. Слегка начался. Вот так вот, хорошо. Пусть переворуют. Что хотят? Что у нас там на втором этаже? На втором этаже в этот раз пожара нет. Хорошо. У нас пожар потушен, тут у нас пожара не было. Но нужно опять топливо грабить. Так, хорошо, давайте тогда бахнем в последний раз. В рамках этого квеста. Регион Меч, южные провинции.
южной территории, да? Главная цель достигнута. Мир навсегда побежден. Ваши прислужники вооружаются, а силы закона вцепились друг другу в глотку. Все ровно так, как вам нравится. Жестко и жестоко. Так, перейти к целям. Охранники, рабочие данные. Red Ivan, great general, military genius. But the forces of justice united once, General. Are you not worried they will do it again? Нет, I have broken their trust, and they hold grudges. They will turn their knives on each other. Not as I grow my power, they will escalate, and soon the whole world... I can't wait. Так, хорошо. Открыть новые типы прислужников. Вот. Наконец у нас по сюжету появились квесты на новые типы прислужников. Это просто замечательно, не прошло и полгода. Выполнять побочные истории ради добычи. Вот у нас прислужники. От злодейского информбюро. Все, да, пока что? Пока что только один квест. Пропагандист. Видимо, потом появятся другие. Look at these headlines. They're saying I'm a heartless criminal who would rob banks. Aren't you? Strike Team 8 did that last week by your express order. Maybe, but I'm not heartless. I have an image problem, that's all. Find me someone who can fix that. You mean someone who can airbrush your pictures? A public relations specialist, you dolt! Someone! Да. Ну что ж, хорошо, на этом я эпизод закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Антик, всем удачки, всем пока. A criminal network has too much heat and has rocked down. A minion has caught fire.